Окунуться в эпоху 19 века. Сегодня в Абакане прошел кадетский бал. Вальс, мазурка, кадриль. Возродить красивую традицию организации подобных мероприятий в столице решили в канун празднования дня рождения города. Официальная его дата – 30 апреля. К слову, в этом году Абакану исполняется 93. В абаканских школах движение развито. Кадетские классы открыты в 6 из них. Их поддерживают силовые структуры, такие как Росгвардия, МЧС. Ежегодно балы проводятся в самих учебных заведениях, а сегодня – в рамках общегородского впервые. Пары от каждой школы подобрали свои наряды в одной цветовой гамме. Отметим, бал – это еще один повод вернуться к истокам. Кадеты – это не только форма, не только тренировки по патриотическому воспитанию, по строевой подготовке, по, наверное, силовым каким-то приемам. Это и, наверное, культура, это интеллект, это внутренний мир, это духовно-нравственные ценности, это возрождение наших русских традиций.